Друзі, усіх вітаю на Ютубі 24-го каналу. Мене звати Анастасія Норіцина. І сьогодні гість нашого стріму – Михайло Шейтельман, політтехнолог. Але перш ніж ми його долучимо до ефіру, будь ласка, підпишіться на наш канал і також на канал Михайла. Ви можете знайти його в описі під цим відео. І не забувайте також за свої вподобайки і коментарі. Ми будемо дуже вдячні, якщо ви напишете, з якого ви міста, де нас дивитесь і де нас чуєте. Також нам важливо розширяти нашу географію. Тож, будь ласка, не забувайте поділитися і посиланням на нашу розмову. Ну, я готова долучати нашого гостя. Пане Михайле, вітаю, рада вас бачити. Здравствуйте, Анастасія, здравствуйте, зрителі. Ну і що, в Росії скрепний день, 9 травня, парад перемоги планують показувати. Вже сьогодні бачила повідомлення, як радіють тому, що можна буде подивитися і в метро этот парад побєди. Але крім того, збираються у Росію приїхати із робочим візитом президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв, а також президент Киргизстану та Таджикистану. І крім того, буде ще й прем'єр-міністр Вірменії. Тобто буде 4 лідери країн-членів ОДКБ. Не вистачає лише Лукашенка, невідомо, чому він не приїде, можливо, також і він потім доєднається. Але хочу вас запитати, чому ось ці оголошення про візит 4 лідерів з'явилися ось так раптово і саме сьогодні? Да, в этом, конечно, есть очевидная причина. Ну, Лукашенко, кстати, приехать не может, потому что у него свой парад, в отличие от остальных лидеров, у него 9 мая – это такой же, знаете, даже более святой день, чем в России. То есть у него вся вот идеология Республики Беларусь построена вокруг 9 мая. У них там на главной площади построили музей огромный и так далее, и так далее. Поэтому у него свой праздник. Почему неожиданно? Заметьте, всего лишь 2 недели назад Песков говорил, что лидеров не будет, потому что никого не приглашали. Потому что дата не круглая. Только президент Кыргызстана по каким-то своим делам, будучи в Москве, собирался зайти в гости. А сейчас им понадобилось. Им понадобился живой щит для Путина. Понимаете? Теперь, когда наши беспилотники ударили по Кремлю, то понятно, что наши беспилотники могут ударить по любой точке Москвы в любую нужную минуту. И если Путин сидел бы там на параде без других лидеров, просто вот Путин, вокруг него военное руководство Российской Федерации, это огромная лакомая военная цель, возможно, была бы. И я не говорю, что мы бы наносили этот удар, я говорю, что это то, чего бы он боялся, естественно. А так, окружив себя заложниками, ну, живым щитом из чужих президентов и премьеров, он может быть спокоен, потому что понятно, что украинская армия не будет наносить удар по президентам весьма дружественных нам стран, таких как Казахстан, там весьма дружественная нам страна, да и Таджикистан, в общем, тоже. Вот. Ну и с Кыргызстаном у нас нет никаких напряженностей там. Вот. Поэтому мы точно не сможем теперь ничего сделать. Кстати, это не единственный город, где такое изменение неожиданное вот там. А сейчас только что сообщили, например, что в Ярославле парад пройдет не на площади главной, не на проспекте главном, где он все время проходит, а внутри какого-то жилого квартала, просто новостроек. Почему? Чтобы не ударили по параду. Потому что понятно, что если бы это было на главной площади, то да. А они тоже, они используют как щит гражданское население. То есть они боятся даже проводить парад, не прикрываясь какими-то людьми. Вот я думаю, что в этом причина. Их срочно вызвали буквально, заметьте, но они сегодня об этом сообщили. Но это же невозможно, да? Ни в какую дипломатию не влезает, что они вот сегодня решили об этом сообщить, что их заставили и уговорили стать живым щитом для Путина. Ну, до речі, Токаєв прокоментував і говорить, що цей візит не змінить політику Казахстану щодо санкцій. Алматы не буде допомагати обходити обмеження Росії. Але я хочу нагадати, що не так давно Кремль критикував Казахстан за те, що він приймає в себе біженців Російської Федерації, тих, хто ховається від мобілізації. І при тому також нагадаю для наших глядачів, що Казахстан не визнавав так звані ЛДНР. Тоді також Путін начебто був незадоволений цим. А от зараз вони начебто приїжджають і демонструють ось цю, як-не-як, співпрацю та дружбу. Во-первых, так, значит, не надо, говоря про Казахстан, говорить, Алматы что-то не признает. Алматы – это не столица Казахстана. Это как бы, давайте проявим уважение к независимому государству. У него столица Астана, поэтому это Астана решает, когда надо же говорить столицам, правильно? Вот, поэтому Астана принимает решение, а не Алматы.
Значит, Казахстан никогда не открещивался там полностью от отношений с Российской Федерацией. То есть президент Казахстана же и так регулярно ездит в Москву вполне. И Путин ездил в Казахстан, тут, пока у него не было ордера на арест. И как бы Казахстан никогда не обещал нам, что он будет на нашей стороне в этой войне и так далее. Он не на нашей стороне, он не на российской стороне. Как вы сказали, совершенно справедливо, Казахстан не признает ДНР, ЛНР, нам этого достаточно. И нам все, что нам нужно от Казахстана... Да, кстати, он не совсем принимал беженцев, понимаете? Да, беженцев обижали, но они бежали на основании просто безвизового режима. То есть они же не получали там статус беженца в Казахстане. Они имеют право там находиться 3 месяца, и дальше едут куда-то еще, либо возвращаются в Россию. Потому что если бы они именно принимали их как беженцев, это бы создавало им напряженность в отношениях с РФ. Почему они все оказываются потом в Грузии в результате? Потому что в Грузии нет вот этого ограничения про 3 месяца. Там россиянин может находиться весь год без визы. Поэтому они в основном в Грузию уезжают. Нам от Казахстана нужно одно. Но нам, вообще не только Украине, я сейчас имею в виду всему цивилизованному миру и всем нашим партнерам, это не допустить транзита через Казахстан подсанкционных грузов Российской Федерации. Это вот большая проблема. За это идет большая борьба. Постоянно в Казахстан приезжают европейские лидеры и ведут разъяснительную работу с президентом и с правительством Казахстана, по каким именно позициям не нужно торговать с Российской Федерацией. Потому что есть подозрение не в адрес государства, нет, просто в адрес частных, имеется в виду, компаний. Есть подозрение, что частные компании Казахстана закупают какую-то, например, высокотехнологичную продукцию в Европе, которая запрещена к поставке в Российскую Федерацию, и перепродают уже в Россию, просто там рядом можно доставить, никто и не заметит. Вот сейчас на такой случай есть санкции. То есть прямо сейчас рассматривается вопрос, там сейчас рассматривается новый пакет санкций буквально завтра, да, по-моему, хотят рассмотреть. И там один из пунктов – это санкции против тех государств и компаний, которые вот таким образом поступают. И потенциально это все соседствующие с Российской Федерацией государства. То есть это будут точечные санкции, не тотально там весь Казахстан. Но банки казахские, через которые идут платежи с Россией, это будут вот какие-то компании, которые перепродают там. Ну, например, вот мы знаем, какие проблемы есть у россиян. Они не могут строить автомобили, они не могут строить ничего военного, там, ракеты и так далее, потому что у них нет европейской продукции. Вот этого надо избегать. Есть такой сейчас прецедент интересный, что россияне, например, объявили, ну, это не про Казахстан, про Узбекистан, но, в принципе, та же модель. Они объявили, что даже их автомобиль «Жигули» знаменитый будут производить теперь в Узбекистане, а не в России. Потому что у них нет запчастей. Но они не могут без французских запчастей его произвести. А Франция не может поставлять запчасти в Российскую Федерацию. А в Узбекистан может. Ну вот это нам важно. А то, что он съездит, ну пускай едет. А давайте ще з вами поговоримо про проблеми російських бізнесменів. От низка російських олігархів та інших відомих осіб після початку широкомасштабного вторгнення РФ отримали громадянство Киргизстану. Про це пише видання The Moscow Times із посиланням на указ президента Киргизстану, який підписали ще торік. А от яка їхня доля тепер? Вони отримували громадянство, наприклад, у європейських країн ще до війни. Чи все-таки у них зараз, по суті, залишаються ось ці країни, про які ми з вами вже згадали? Во-первых, європейські країни, многие лишили росіян вот этого гражданства, которое они приобрели. То есть те, кто... Есть несколько категорий, естественно, приобретения гражданства, есть виды приобретения, способы. Одним из способов было гражданство за инвестиции. Например, это, ну, так называемые золотые паспорта. Такая практика была на Мальте, где нужно, по-моему, было 400 тысяч евро инвестировать в Мальту. Такая практика была точно на Кипре. Где-то еще не вспомню. Ну, в каких-то целый ряд стран европейских, по-моему, в Хорватии, где можно было вот такой золотой паспорт, так называемый, получить. И очень многие золотые паспорта стали аннулироваться. То есть, когда выяснилось, что получали их люди, олигархи, так сказать, путинского окружения, которые либо оказались под санкциями, либо подозреваются в том, что они как-то соучастники этой войны, то их стали одного за другим лишать таких паспортов. Поэтому этого новых паспортов уже невозможно получить, со старыми тоже у многих есть проблема. Им нужен хоть какой-то паспорт. Вот для чего россиянину кыргызский паспорт? Потому что в российский паспорт ты вообще не получишь визу Евросоюза, например, а в кыргызский, естественно, получишь, да, и так далее, и так далее. То есть им нужно, чтобы вот хоть как-то ездить по миру. Открыть счета. Они не могут, естественно, как россияне, открывать счета в европейских банках, как кыргызы могут. Поэтому среди этого списка именно... Почему именно Кыргызстан? Там не так много, кстати, людей, там 300 с чем-то человек. Но, тем не менее, ну, вот такая цифра есть. Но почему, значит, ну, Кыргызстан, возможно, потому что это единственная, по-моему, страна из этих стран, у которых русский государственный язык,
Потому что, например, в Узбекистане нету государства, или в Таджикистане. В Казахстане, не помню, по-моему, тоже он является официальным каким-то. В Кыргызстане государственным. В Кыргызстане проще получить гражданство, я уверен, чем в Казахстане. И вот, знаете, я читал список этих людей, которые получили это гражданство. Ну, понятно, что там какие-то депутаты от «Единой России», там муниципальные депутаты, все что угодно. Но самый смешной человек, который получил гражданство Кыргызстана, это он был каким-то председателем и членом совета директоров фонда «Сколково». То есть, помните, Сколково, Силиконовая долина, значит, вот, и он получает гражданство Кыргызстана. То есть он что-то перепутал. Ну, в Кыргызстане он решил заняться вот этим. В Кыргызстане есть действительно Чуйская долина, знаменитая своим замечательным выращиванием травы для курения. И, видимо, у него как-то вот спуталась вот эта Силиконовая долина, Чуйская долина. Вот. Но вот это уже как бы апофеоз, да, когда один из основателей Сколково, ну, один из высших руководителей Сколково, по-моему, у него фамилия Кирим, но теперь, видимо, Кырым по-кыргызски, и переезжает в Кыргызстан жить. Хочу ще, пане Михайле, запитати у вас про завтрашній візит Урсули фон дер Ляєн до Києва. Повідомили про це, що має вона приїхати, планує зустрітися із Володимиром Зеленським. Чи можна вбачати в цьому візиті якийсь символізм? І ще ви згадували за санкції, які мають ухвалити. Я, чесно говоря, думаю, к сожалению, що вона приїжджає з такою дуже прагматичною цілею під названням «А вона буде нашим живим щитом». Все ожидают на 9 мая некой эскалации. Помните, она приезжала к нам, когда это было? Вот я сейчас не вспомню, помню, 24 февраля она приезжала к нам. Помните, с этими, вместе с министрами, со своими еврокомиссарами. И это тоже было как бы в качестве такого жеста живого щита, что ли, какой-то напряженный. Из нее сейчас не вспомню, в какой-то день, когда ожидались какие-то массированные атаки. И она приезжает нас защитить, мне кажется. То есть она понимает, что россияне захотят 9 мая убить как можно больше украинцев, чтобы отметить еще одну победу, чтобы у них был как бы двойной праздник. И, возможно, она с собой закрывает небо Киева фактически. Это вот почему завтра, да, почему она завтра сюда едет. В целом все остальные вопросы, ну, конечно, да, вопрос, кстати, санкций, он, в принципе, я не думаю, то есть он, наверное, будет тоже обсуждаться, но так как уже предложения Еврокомиссии, по-моему, поданы, куда они там должны быть поданы, честно говоря, не вспомню, Европарламенту или кому, не помню юридическую процедуру, то этот вопрос, в общем-то, закрыт, на самом деле, он вот сегодня закрылся, и уже поздно их обсуждать. Но я думаю, что это вопрос вступления Украины в Евросоюз, потому что мы же на пути на этом. И на этом пути у нас еще множество шагов, которые нужно сделать. И вот их уместно обсуждать сейчас вполне, чтобы дать такую новую волну надежды, что ли, нашей стране на то, что будет с нами после войны. А ви говорите, що Урсула фон дер Ляєн, по суті, може бути нашим щитом. Ви все-таки гадаєте, що Путін вдасться до масованого ракетного удару, зважаючи на те, що вже більше 4 днів вони шантажують цими шахедами з початку травня? Ну да, слушайте, вони явно націлились так зараз всі сили бросити на ці удари. Для чего они это делают? Они же не только для того, чтобы нас просто убивать. То есть, потому что они, ну, хотят убить как можно больше украинцев, это само собой. Хотят устроить, я же говорю, праздник россиянам, праздник того, что смогли убить много украинцев. Но еще есть дополнительный в этом смысл. Они пытаются таким способом помешать нашему наступлению. Я сейчас не беру военную составляющую, потому что понятно, что часть ракет направляется на какие-то военные объекты. Но вот этот ущерб мирному населению, вот это сделать мирную жизнь людей невыносимой. Это, они уже, конечно же, отчаялись в том, они раньше пытались, вот всю зиму пытались сделать так, чтобы мы, мирные жители Украины, вот жители тыла, восстали там против правительства и сказали, все, хватит воевать, подарите уже россиянам, что им там надо, и только заканчивайте. Мы не восстали, как мы видим, совершенно наоборот, сказали, что нет, наоборот, всех вас руками передушим. Поэтому сейчас они пытаются показать вот это максимум разрушений, максимум убитых гражданских, показать их Европе. И чтобы в Европе сказали, все, это ужасно, это надо прекращать, посмотрите, какие кровавые сцены мы наблюдаем, надо эту войну закончить любой ценой. И они специально вот одновременно бомбят нас и одновременно выпускают своих типа как псевдолиберальных политиков, вот там есть такой Явлинский, его партия, которые кричат, надо любой ценой просто сейчас прекратить стрелять, а все остальное неважно. Какая разница, кто там на какой территории стоит, главное, чтобы люди не гибли. Это, конечно, мошенничество в чистом виде, потому что мы не можем оставлять под оккупантами граждан Украины, ведь их будут убивать все это время. То есть как раз тогда-то и начнутся безнаказанные убийства на территории, на оккупированной территории, где россияне вот сейчас прям производят, вы знаете, массовые грабежи в Запорожской области в связи с тем, что они эвакуируют там население. Вот. Поэтому да, конечно, он будет. Но
возможно, что если тут будет Урсула, то вряд ли он будет в этот день сильно бомбить центр Киева, рискуя ее, в нее попасть. Ну, до речі, подивилася, що минулого разу Урсула фон дер Ляйен і Борель були 2 лютого у Києві. Були також з ними 15 єврокомісарів. Ну, дійсно, тоді, мабуть, також намагалися обстріляти окупанти, тому що навіть тоді спускалися вони до укриття, було фото. З приводу нашого контрнаступу і його наслідків для Російської Федерації прокоментували у Міністерстві оборони, анонсували масштабні наслідки і кажуть, що успіх України в її довгоочікуваному контрнаступі проти Росії може означати повний крах Збройних сил РФ або навіть російської економіки. Це станеться дуже скоро. Наступ розкриє правду про жорстоку контрольовану російську пропаганду щодо військових дій і призведе до розплати серед простих росіян. Ми почнемо наш контрнаступ, і коли це станеться, Росія буде в паніці. Ви побачите багато паніки. Вони досі не розуміють, що їхня пропаганда демонструє хибну картинку того, що насправді відбувається. Про це сказав заступник міністра оборони Володимир Гаврилов. Чи погоджуєтеся ви з його думкою? Ну і, в принципі, те, що пропаганда їхня демонструє зовсім не те, що відбувається, ми вже переконуємося в цьому більше, ніж понад рік. Так вона і продовжить розказувати. Вона буде розказувати об великих побідах, я думаю. Зачем? Вони росіянам не розказують нічого. Если вы видели кадры, когда мы ударили по куполу Кремля, ну вот по куполу этого Сенатского дворца, то россиянам же это не показали, эти кадры. То есть у них на Первом канале сказали, что ну, там упали какие-то обломочки мимо Кремля, в принципе, все нормально и так далее, все живы, все хорошо. Не, нашу Скобєєву и потом почали обговорювати. Я ввечері вимкнула, щоб подивитися, як вони будуть розповідати про це. Да, но ведь в программе «Время» этого просто не показали. То есть, представляете, да, на главное здание страны, на главное знамя президентское падает вот 2 беспилотника, они просто этого не показывают. Но это все равно, что представьте себе, да, ну, вы, наверное, не помните, но было такое 11 сентября 2001 года, ну, я в вашей молодости имею в виду, 11 сентября 2001 года, вот представьте себе, да, 2 самолета врезаются там в башни-близнецы, а в Америке это не показывают. Просто говорят, ну, зачем показывать? А там одразу президент вышел и сказал про это, а тут Путин зовсім ніяк не відреагував. Конечно, тут Путин заткнулся, просто заткнулся. Как всегда, в любой острой ситуации он просто затыкается. Он так до сих пор ни слова про это не сказал, ни слова. У него в Кремль разбомбили, у него, между прочим, его будущего соперника на выборах чуть не убили, да, этого Захара Прилепина, он же говорил, что будет выдвигаться против Путина. А он, ему вообще все нормально, он ничего про это не говорит. Вот, поэтому какая же там пропаганда. Я верю в то, что говорит замминистра обороны, когда он говорит о наших предстоящих там успехах военных. Ну, конечно, я хочу верить в то, что он говорит. Я имею в виду в сами успехи, да, что если уже удастся прорвать фронт, то он там посыпется у россиян, и действительно значительная часть боеспособных войск может быть окружена или уничтожена российских. Это так. Но отразится ли это на морально... Это, безусловно, кстати, отразится... Вот на чем это точно отразится? На моральном настрое российской элиты. Вот такой, которая до сих пор все еще с Путиным, но разговоры которой мы слышим во время прослушек. Да, вот все эти олигархи, которые там обзывают его там мудилой или еще как-то. И, безусловно, это может слово употреблять, оно не матерное, поэтому я вполне... Вот, значит, вот этим людям будет очень плохо. Потому что вот они-то и так уже видят, что тот все потерял, а сейчас он потеряет окончательно все. И заметьте, эти люди вынуждены вон с киргизскими паспортами по Монголиям разъезжать, да, а раньше с мальтийскими жили в Венеции. Большая разница. А тут им станет еще хуже. Вот на них это будет страшный удар. На рядовых жителей, ну извините, что я так к ним отношусь, но вот этих, мы сейчас говорим про сторонников Путина, да, потому что противники Путина и так все понимают в России. Их тоже, кстати, много. Но вот сторонники Путина, им никто не сообщит, что Путин проиграл. Им до конца будут рассказывать о победах, просто до конца. А насчет того, что у них там будет какой-то экономический кризис, скажем так, и обеднение россиян, обеднение идет, но, к сожалению, это все будет достаточно медленно, и мы видим, что нельзя сказать, что вот прям все обрушилось за один день. Нет, все еще они держатся. У них есть нефть, газ, все есть. Они будут беднее, но не будут голодать пока. Это проблема.
От, до речі, з приводу того, що, що буде наслідком нашої, нашого контрнаступу успішного, це можливість, що росіяни все-таки визнають нездатність своєї армії. Тому що зараз вже почали активно говорити, ну, мені здається, що це нова методичка для пропагандистів, коли вони говорять, а ось в нас тут проблеми, і тут проблеми. А ось подивіться, Україні все дають. В Україні вже все є, вся зброя приїхала, до контрнаступу вони готуються. І, до речі, з приводу до того, що ми готові до контрнаступу, говорив і нещодавно Джон Кірбі і Столтенберг, казали, що 98% озброєння, яке вони нам обіцяли, вже передали. І от хочу з приводу цього запитати, а чи нормально чиновникам такого рангу виходити і говорити, що озброєння в Україні є, і чи, на кого це налаштовано? Це на нашого ворога, для росіян, щоб вони панікували, чи все-таки більше для внутрішньої своєї аудиторії? Я думаю, ну, если вы говорите про вот наших союзников, то у нас и Алексей Резников, министр обороны, тоже сказал, что нам все уже передали. И кто-то еще сейчас мне вылетел из головы. А, генсек НАТО тоже заявлял, что нам все передали. Что там, да? И Алексей Резников уже отметил, что нам-то все передали, но почему там еще, что еще нужно? Нужно еще уровень подготовки наших военных, потому что техника новая, соответственно, они должны быть готовы к этому и к ее использованию. Это первое. Второе, да, нам передали всю технику, но вопрос же есть в боеприпасах. Для большого наступления нужно все-таки определенное количество запаса боеприпасов, то есть не только боеприпасы на каждый день, но и для такой массированной артподготовки, конечно, нужно очень много боеприпасов. И мы видим, что последние пакеты помощи, вот уже три подряд пакета помощи, состоят практически только, американские, я имею в виду, состоят только из боеприпасов, разного вида, в смысле, и артиллерия, и хаймарсы, и там бомбы вот эти управляемые, что Евросоюз подписал вот, эту, вот этот договор на поставку на 1 миллиард евро боеприпасов, и уже конкретно артиллерийских. И вот это стало главным, по-моему, сейчас главным, так сказать, ну, возможно, препятствием даже. Хотя, ну, я препятствий уже больших не вижу, в каком смысле. Мне кажется, что наше контрнаступление уже началось где-то неделю назад примерно. Оно просто не так бросается в глаза, потому что пока не предусматривает перемещение войск. Пока это все удары. Вот заметьте, да, насколько интенсивнее мы стали бить по нефтескладам, по НПЗ. Британская разведка уже, кстати, доложила, что в результате наших ударов россияне вынуждены перестраивать логистику топливную свою. А это, представляете, накануне того, что наши войска пойдут, это самое важное, нарушить им топливную логистику, снарядную логистику, ну и там перемещение войск в логистику. Вот, чтобы они не смогли перебрасывать оперативно там одни части в одно место, другие в другое, они же не знают, где наше направление главного удара. Вот, и вот вопрос, есть ли у нас достаточно сейчас снарядов на складах для того, чтобы эта артподготовка была максимально эффективной. Про это, конечно, нам никто не скажет, ну, вслух, в смысле, все знают там, кому надо, но не нам, нам с вами не надо. Да, я считаю, что эта акция устрашения против Российской Федерации, она работает, и это правильно. Мы должны их запугать, чтобы они бежали, как под Харьковом. Они должны понимать, что им придется бежать. И надо сказать, что мы в Запорожье это наблюдаем. Смотрите, да. Кто-то же придумал объявить эвакуацию в Запорожье, и российские военные сейчас грабят там мирное наше население, в срочном порядке, просто воруют автомобили, чтобы вывозить свои семьи, потому что с семьями это вообще большая проблема. Они туда понавезли семей, то есть под Харьковом они еще не успели там так заселиться плотно. Здесь, когда они уже больше года это оккупируют, они привезли свои семьи. А семьи не подпадают под Женевскую конвенцию. Они не являются комбатантами, поэтому здесь есть интересные нюансы. Да, вот, предположим, наступление наше пошло, и мы берем в плен военнослужащего и его семью. Военнослужащий обменивается потом. Потому что мы обязаны, да, если война закончится, мы обязаны его вернуть будем, как пленного на родину, обязаны. А семья нет, эти люди незаконно пересекли границу, незаконно заселились. Это там каждому много-много лет тюрьмы украинской. И они не подлежат обмену по военным, ну, запрещено их менять на военных, это по закону. Вот, поэтому они понимают, что этих надо им сейчас эвакуировать, потом их уже никто не увезет. Потом они уже будут в тюрьме украинской сидеть. До речі, пане Михайле, поки ми з вами говорили, згадала коментар, який хотіла обговорити від нашого глядача. Я просто роблю у нас традиційну рубрику «Обережно зомбоящик» і показую, що дійсно висвітлює російська пропаганда, ми спростовуємо їхні фейки. І от говорила цього випуску я саме про цю евакуацію з Запоріжжя і про те, що вони готові здавати Мелітополь та Маріуполь, вже навіть про це говорять в своїх ефірах. І ось громадянин один написав, що «Да не хотят мої
это граждане, думайте головой, отвыкли. Грязня внутри между собой началась от верхов до низов. Разговоры с ними не помогают. Сейчас мы в состоянии «я уже ничего не понимаю, дальше только хуже будет». Якщо раніше більшість пересічних громадян Росії говорили «да, нужно мочить этих укранацистов», ну, тобто з такими закликами, то зараз уже вони говорять «А я нічого не розумію, що відбувається». На вашу думку, яка буде тенденція далі? Ну, во-первых, к сожалению, конечно, это все слишком оптимистично. Они не хотят, они готовы пока сдавать Мариуполь точно, вот вообще ни в каком виде. Мариуполь они считают пока еще вот этой своей любимой красной линией. Ну, типа, как, мы же там трамвай запустили, поэтому угу. Как можно сдавать... То есть у них прям вообще русский город Мариуполь. У них, если вы заметили, вот это победобесный их концерт, который был на 24 февраля, на годовщину войны, в Лужниках был весь посвящен Мариуполю. У них там какие-то вот эти, ну, похищенные из Мариуполя дети выступали, там и песни про Мариуполь, стихи. Поэтому нет, Мариуполь, они пока не готовы, они его решили к Крыму приравнять в каком-то смысле. И Мелитополь пока тоже, ведь вся вот эта эвакуация идет из Токмака, других городов. И, кстати, эвакуируют они всех в Бердянск, что интересно. Да? То есть не готовы там все отдать. Но какой-то кусок, возможно, да. И главный вопрос, сможем ли мы вот... Будет ли это означать, что мы сможем перерезать им железную дорогу там по вот этому по коридору идущему? Я просто не знаю, честно говоря, настолько хорошо географию, чтобы это понимать. Ну, надеюсь. Вот. Что касается там, как там россияне понимают, не понимают, ну, мы это все-таки, к сожалению, с вами достаточно... поверхностно можем знать, потому что глубокой социологии нет в России, но ее нет, и она нам недоступна как минимум. Сказать, что вот массово там кто-то, у кого-то появились какие-то новые мысли, я пока не готов. Вот я говорю точно, что я могу отслеживать? Я могу отслеживать настроение всяких разных элит российских в каком-то смысле, потому что, ну, в том числе я даже с кем-то общаюсь, там, из людей, которые хорошо, не близки, естественно, ни к какому Кремлю, но, по крайней мере, не, как сказать, ну, вот не... Ну да, обеспеченные очень люди, да, называется. Люди, у которых там был бизнес, скажем, большой, которые бежали в начале войны, но они там вынуждены какие-то контакты поддерживать, они как-то следят за какими-то настроениями. Но это все настроение верхушки относительные. То есть это Москва, Петербург и такие очень обеспеченные люди. Там, да, вот там ровно то, что вы описываете. Там еще, знаете, где-то, ну, вот полгода назад, наверное, да, полгода назад, там все в этой самой элите были уверены, что в этом году их ждет победа. Серьезно, совершенно. То есть вот уже после того, как они бежали в августе из Харьковской области, после уже отступления из Херсона, вот эта самая элита... Я сейчас не про приближенных Путина, я говорю про людей там относительно скромных, москвичей, там, не знаю, с состоянием $100 миллионов. Это по московским меркам не очень богатые люди. Вот они... считали, что реально там сейчас, нам же объяснили, что пройдет там несколько месяцев еще, и наконец-то уже мы сложим нормальную армию, и вот все, победим в этой войне. Вот это поменялось. Эти люди больше в это не верят. Вот они сейчас начали тоже бежать, те, кто в это еще верил. Вот через Кыргызстан, как вы совершенно справедливо заметили, начинают бежать. А вот что касается, опять-таки, рядовых, то есть будущего мяса, мне кажется, что у них нет мнения. У них вообще мнения нет. К ним придут, скажут, садитесь в автобус, едете, будете мясом. Они сядут, поедут. Вот я пока не вижу в них никакой способности к протесту или передумыванию хотя бы. А ось ці так звані еліти згадують, можливо, у розмовах, що потрібно сідати домовлятися, тому що багато від кого це останнім часом почало лунати, і від лідерів західних держав, далі про це з вами поговоримо також, але от еліти говорять про це, вони хочуть домовленостей Росії та України? Да, конечно. А они и верили, собственно, во что? В то, что Путин сможет разрулить, договориться. Он же для них и был человеком, который всегда способен как-то с западниками, западников продавить, додавить, договориться. В этом их вера и состоит, что да, сейчас тут пока какие-то неприятности, не все пошло, как мы планировали, но Путин же круче всех этих Байденов, он сейчас все там разрулит. И вот пока, к счастью, у них ничего не работает. Байден оказался круче. Байден вообще... не знаю, слышали вы или нет, он на прошлой неделе в каком-то там ток-шоу, по-моему, в Америке, отвечая на какой-то вопрос о своем кандидатстве, сказал, так а я самый мудрый. Понимаете? И это действительно да, так. Да. Это вот то, что нам очень страшно повезло, что во главе США оказался человек с самого начала войны, который, это не в обиду трампистам, потому что, может, Трамп такой же был бы, или, может, даже лучше, я не знаю. Но вот конкретно с Байденом, от которого вроде как посмеивались там, ну что он... А я всегда говорил, что он в 72-м году стал этим сенатором США. В 1972-м, это год, который представить себе невозможно вообще, да?
Кем тогда был Путин в 1972 году? Он пешком под стол ходил в школе КГБ, этот Путин. Вот. А Байден уже занимал высшую, одну из высших государственных должностей в Соединенных Штатах Америки. Естественно, человек, который 51 год опыта, он был единственным в мире лидером, единственным на тот момент, который более опытный, чем Путин. Представляете? Ну как, нет, хорошо. Байден, Лукашенко. Вот, все. И третий уже Путин, ну, по сроку нахождения у высшей государственной власти. Вот, поэтому он и переиграл Путина, собственно, потому что он круче и мудрее. Пане Михайле, прем'єр Угорщини Орбан вкотре зробив скандальну заяву, озвучивши територіальні претензії до України, видав, що частина нашої держави – це давня угорська земля, яка зараз належить Україні. А водночас він також додав, що Угорщина нібито більше за всі інші країни зацікавлена у встановленні миру в Україні. От мені цікаво, чому західний світ ще досі терпить Орбана? Они не могут его не терпеть, выбора у них нет. Он демократически избранный, как у него, я забыл, он премьер-министр, да, премьер-министр Венгрии. Демократически избранный, ничего нельзя сделать, демократия. Мы же не можем сказать, ребята, вы выбрали неправильного премьер-министра, он нам не нравится. Венгры выбрали. И он, вы знаете, никогда не переходит красные линии, это важно. Почему он их не переходит? Потому что их не переходит и венгерский народ. То есть он же ни разу не сказал, мы выйдем из Евросоюза, мы выйдем из НАТО. Не сказал. А почему не сказала? Потому что все венгры будут против тогда, за него никто не проголосует. Они хотят быть в НАТО, они хотят быть в Евросоюзе, венгры. Вот они точно это знают, потому что они помнят, что такое 56-й год, там и советская оккупация. Они не хотят больше повторения советской оккупации. Они понимают, что если они рискнут выйти из Евросоюза, то они окажутся под российской оккупацией. Им этого всего не надо. Поэтому все, что они хотят, это они играют вот в этом очень узком, на самом деле, промежуточке, да, между... Когда ты в ЕС и НАТО, твой маневр очень ограничен. Тебе почти ничего нельзя. Сказать, что там ты заинтересован в мире между Украиной и Россией, ты имеешь право. Сказать, что, ну, вы знаете, там есть некая земля, которая что-то, ты имеешь право. Но уже начать даже голосовать за какие-то такие вещи, то есть предъявлять территориальные претензии, уже не имеешь права. Потому что, например, вот я помню, что в НАТО не берут без... Не только, знаете, вот есть такой миф, о том, что не берут, когда война идет. Угу. Когда война идет, берут. Но когда есть неурегулированный территориальный спор с твоей точки зрения, то есть не с точки зрения, что там Россия претендует на нашу территорию. Это пусть она претендует, всем, собственно, насрать, на что она претендует. Но вот если бы Украина претендовала на территорию, часть России, вот тогда бы нас в НАТО взять не могут. То есть если Украина говорит, я сама свои границы не признаю, потому что Кубань – это Украина, вот тогда нас взять нельзя. Я прекрасно помню, вот Латвию принимали в НАТО, и там есть, у них с Россией, у Латвии с Россией был территориальный спор из-за одного маленького городка Абрена. Вот. Ну, это латвийское его название, значит. А по-русски Пыталово. Ну, такое русское название от слова «пытать», да, Пыталово. И вот Латвия уступила этот городок маленький только для того, чтобы вступить в НАТО, потому что, ну, иначе получалось, что вот из-за этого спора нельзя. Но это у Латвии были претензии к России территориально. Вот. Поэтому Орбан очень крутится в очень узком пятачке. Ну, и не надо всерьез воспринимать. Мы же понимаем, у него выборы всегда. Ему нужен электорат. У него есть деньги от Российской Федерации. Не личные, наверняка, политические, я имею в виду, деньги для партии. Ну, он нам вред принес, вот давайте, практически вред. Где он нам принес? То, что он там нефтью продолжает торговать, так он только для своего одного завода продолжает. Он там не позволил внести в санкционный список патриарха Кирилла. Ну, слушайте, ну, патриарха Кирилла, черт с ним, с этим патриархом Гундяевым, да, в конце концов. Не настоящих же вот убийц, да, какого-то там патриарха, ну, наплевать. То есть ущерба от Орбана, честно говоря, не очень много, его надо терпеть. Да, гаденыш, да, у нас с ним проблемы. Ну, демократически избранный премьер-министр. Мы не можем с этим ничего сделать. А с приводу ось переговорів, окрім Орбана, ще зробив заяву про те, що треба домовлятися, і екс-держсекретар США Кіссінджер, він сказав, що війна в Україні наближається до вирішальної фази і припускає, що реальні переговори між сторонами можуть розпочатися до кінця року. І Блінкен так само нещодавно говорив, що контрнаступ ЗСУ вплине на війну в Україні і говорить, що подивимося, що з цим станеться. Зрештою, успіх на полі бою – це найкращий і, ймовірно, найшвидший спосіб дійсно розпочати переговори, які призведуть до справедливого і міцного миру. Тобто, навіть Вашингтон не відкидає можливостей переговорів з Росією. Чи це мається на увазі, що за класикою усі війни закінчуються якимись домовленостями?
Ну, про то высказывание Блинкена, это как раз та классика, о которой вы говорите. А Киссинджер, у него, к счастью, за год он проделал большой путь. Он еще год назад, 6 мая прошлого года, опубликовал статью в Wall Street Journal, где он призывал подарить России Крым и часть Донбасса. Прямо вычислял, какие именно территории и почему дарить. Потом передумал. Уже в июле говорил, что во время переговоров нельзя никакие территории Украине отдавать. А сейчас, видите, вообще, он как бы прогнозирует, он, это как бы, он говорит, ну, он не говорит, что я призываю. Он говорит, ну, наверное, раз Китай вписался, то уже Китай там как-нибудь всех посадит за стол переговоров, вот и все. Ну, я думаю, что надо Киссинджера просто поздравить с наступающим столетием. У него 27-го день рождения, ему исполняется 100 лет. Пускай как бы вот идет праздновать, потому что мы его прощаем за то, что он год назад наговорил, как он сам признается теперь фактически, признается глупостей, ну, бывает. Вот. Ну, знаете, все вот эти истории про переговоры, с одной стороны, давайте, правда ли, что если у нас будет успешное контрнаступление, это усилит нашу переговорную позицию? Правда. Возможно ли переговоры и достижение результата, пока есть Путин? Нет, невозможно. Ну, невозможно, просто это ерунда. Но Путин не навсегда. Вот меня нет Путина, а мы при этом преуспели в нашем контрнаступлении, у нас хорошие шансы договориться. Угу. И тогда будем договариваться, действительно, с Путиным не получится, но увы. А от зараз ви не бачите можливостей і перспектив для переговорів? Ну, зважаючи навіть на те, що вони трапилися нещодавно в Туреччині. Не-не-не, перестаньте, это все вообще. Последние переговоры, именно переговоры, были в марте прошлого года в Стамбуле. Прошлого года. Все остальное, переговоры про какие-то там про зерновые сделки, про обмен пленными, это не переговоры, не мирные, не о мире. О мире невозможно, потому что первый пункт, мы сразу расход, первый пункт, ну что ты с ним сделаешь? Наше однозначное требование вывести все войска, а их однозначное требование, что это их территория. Все. И пока есть Путин, будет так. А когда не будет Путина, будем разговаривать. Пане Михайле, вам дякую за цікаву розмову і за те, що ви знайшли час долучитися до нашого ефіру. Я вам бажаю гарного і спокійного дня. І нагадаю, що Михайло Шейтельман, політтехнолог, був із нами на зв'язку. Ви, друзі, будь ласка, поставте вподобайки нашій розмові. Обов'язково напишіть свій коментар. Не забувайте вказувати, з якого ви міста. Нам важливо знати і розуміти, де нас дивляться. І таким чином також розширювати нашу географію. Усім глядачам дякую за увагу і бажаю тільки хороших новин. До зустрічі.